плыл пароход. Из Африки в страну, что названо Британией Великой. Был тихий вечер, в легкую волну луна бросала бронзовые лики. На палубе под звездами стоял один мужчина, в думу погруженный. В оставленной стране он потерял свою семью. Он выдохнул со стоном. Мужчина книгу памяти листал. Все прожитое вновь переживалось, и сердце то тревожила печаль, то нежно обволакивала радость. Вот с молодой женою в дальний путь он отправляется миссионером, чтоб совершать для Иисуса труд сердца, воспламеняя Божьей верой. 5 долгих лет борьбы, молитв и дел, сердца медлительны на весть благую, но, наконец, наградую в труде общину видеть, братскую, живую. Мужчина, улыбнувшись, поднял взор к высоким звездам и шептали губы хвалу Создателю долин и гор за то, что он свое творение любит. Храни, Спаситель, Церковь от врагов и рост ее благослови обильно, чтоб каждый почитал завет Христов и в благочестии святом был сильным. Потом он вспомнил, как родился сын. Потом к семье дочурка приложилась. Земное счастье унеслось, как дым, когда оборвалась супруги жизнь. Потом болезнь унесла детей, и он остался в целом свете. Терять любимых боли нет больней, на сердце шрамами потери эти. Слеза с ресниц дрожащих сорвалась, в пучине океанской растворилась, но в голос молвил он: «Тебе хвала, великий Бог, за явленную милость, за годы радости семье моей, за то, что дети и жена с тобою, за то, что в мире горе и скорбей для многих ты стал лучшую судьбою». Мужчина смолк, и взгляд его скользнул к черте, соединившей землю с небом. С рассвета вновь увидит он страну, в которой 20 лет уже он не был. Порт был украшен, пароход пристал. Под звуки многогласного оркестра известную особу люд встречал. Спускался дипломат по трапу резво. Приветствие ему народ кричал. Летели воздух и цветы, и шляпы. Никто ж миссионера не встречал. Он в одиночестве сходил по трапу.
и мыслил так. Забыли все меня. О, Господи, ты видел, как встречаем был дипломат. Ничто не значу я для всех людей, добавил он в печали. Но не замедлил ласковый ответ. Сей дипломат уже домой приехал, а ты ж еще не дома, сын мой, нет. Звучало Божье слово, будто эхом. Когда прибудешь в небеса домой, тебя я встречу несравненно лучше. Готов уже венец твой золотой. Из царских рук награду ты получишь. Дорожкой не ковровой ты войдешь. И славы солнца путь твой устелю я. Под музыку архангелов и звезд. Под ангельское пенье «Аллилуйя». Отцу внимал миссионер седой, взор просветлел, и сердце умилялось. Да, Отче святый, не земля мой дом, прости меня за плотскую усталость. Слава Богу!